очень долгий путь. Я приехала в Аушвиц. С экскурсией. В блоке 4. И вообще мы находимся в Аушвиц 1. Продолжение в 5 блоке. Одиннадцатый блок, один из самых первозданных, так скажем. Внутри снимать нельзя. Здесь были камеры, здесь были задержаны. И десятый блок, здесь проводились эксперименты над людьми. И окна забиты, чтобы снаружи не было видно, что творится внутри. А у этой стены расстреливали людей.
был осмотр Auschwitz 1. И после небольшого перерыва мы поедем в Биркенау на вторую часть. Вообще с экскурсией интересно, что, конечно, тебе все рассказывают, объясняют, но абсолютно совершенно нет времени действительно что-то посмотреть, задержаться на каких-то моментах. И осмотр не всех блоков. Поэтому, ну, мне кажется, стоит сюда вернуться уже самостоятельно и потратить столько времени, сколько тебе непосредственно нужно. Вот Биркенау. Здесь практически разобраны все бараки, они были из дерева, и разобраны поляками после войны, чтобы построить себе дома. И мы приближаемся к вагону, где проходил отбор, кому куда, в какую сторону. На эксперименты, в газовую камеру или работать. Заходим на мужскую часть с деревянным бараком. Это барак туалета. Вот так выглядели жилые бараки. Экскурсия закончилась, и я считаю, что, конечно, интересно послушать более подробный рассказ, что здесь происходило в этом месте. Ну и очень не хватает времени для себя, потому что все группы, все быстро, а место поражает своей реальностью. И это просто... тяжело как-то описать. Но я думаю, я сюда еще вернусь уже самостоятельным туром. Хотя добраться сюда без трансфера не так просто, но нет ничего невозможного. Без людей все выглядит гораздо атмосфернее.